Давно сложившейся традицией перед началом каждого нового учебного года проходит собрание профессорско-преподавательского состава университета. 28 августа директор Таврической академии Игорь Воронин встретился со своим коллективом. Собрание началось с минуты молчания, посвященной бессменному ректору Таврического национального университета и президенту Крымского федерального университета имени Вернадского Николаю Багрову. Прошедший год был нелегким, к сожалению. Процесс реформирования университета, создание нового Крымского федерального, был нелегким в этом плане. Много утрат было, к сожалению, от нашего ректора Николая Васильевича Багрова. Поэтому в целом, подводя итог, конечно, год был непростым. Но все равно какие-то результаты есть. Обсуждались темы заработной платы, стимулирующих выплат, вопросы, связанные с кадровыми перестановками и с распорядком рабочего дня. Прошедший год был полон разными событиями, многие из которых стали поистине судьбоносными. Были и потери, и приобретения. Произошли изменения в структуре Таврической академии. Из ее состава ушли экономический факультет и факультет управления. Расширился юридический факультет. В него влился юрфак бывшего КНЭУ. Факультет иностранной филологии стал институтом в составе академии. Появился новый факультет – факультет информационной полиграфии и технологий. Факультет физики и компьютерных технологий был преобразован в структурное подразделение Крымского федерального университета. Изменения произошли и в направлениях подготовки некоторых специальностей. Мы ввели, кроме нашей дополнительного образования психология, мы с некоторым трудом, но мы добились того, что еще и клиническая психология у нас теперь будет. Это годичное обучение, и только психологов мы берем, это магистров и специалистов-психологов, и в результате они получают диплом о дополнительном профессиональном образовании, извините, о переподготовке, и они смогут работать в клиниках разных. И это и психиатрические клиники, это и клиники соматической медицины, это и там дома отдыха, санатории и так далее. Факультеты Таврической академии готовы к новому учебному году. И не забывая своей многолетней истории, принимая новые традиции с достоинством, смотрят в будущее. И 1 сентября вновь встретят своих студентов.